Сегодня у нас по плану вот это вот место. Мы сегодня приводим в порядок фартук. Сейчас надо тут допилить сюда вот розетку вывести. Потом еще возник вопрос с подсветкой. Возник вопрос еще с подсветкой на верхней ящике. Вот сейчас тоже этот момент обдумаем, согласуем. Фартук у нас будет начинаться от этой стенки и вот так вот сюда идти. Здесь вопрос по вытяжке пока. Еще ищем решение, как лучше сделать. Ну, как один из вариантов, положим основную часть фартука, а под вытяжку оставим место и положим уже потом. Потому что здесь получается вот этот проем, он четко 60, и плитка у нас четко 60. И получается, что попасть плиткой в проем сейчас идеально, без мебели, достаточно сложный процесс. Потому что до конца еще нету самой мебели. То есть это приблизительный проект того, что здесь будет стоять. Как это будет, еще пока непонятно. Поэтому пока вот... Скорее всего, как вариант, мы положим вот так вот эту часть на 60 сантиметров, а вот этот кусочек уже будем докладывать, когда будет готовый. Уже по готовой кухне застелим и туда доложим. Причем я могу эту плитку, в принципе, подготовить уже заранее, чтобы потом не пылить, не пачкать. Вот, в общем-то, так. Так что сейчас вооружаемся штроборезом, режем сюда штробу, ставим под розетники. Да, тут мастер, который делал электрику, почему-то пожадничал денег на нормальную коронку, пытался обычной коронкой выдолбить дырки. Естественно, у него это все в бетоне получилось как минимум не очень. Теперь туда ни один подрозетник не залазит. Ну, как бы в одну сторону он залазит, с одной точки, то есть как бы если вот так рассматривать, что он сюда влезет, но он не влезет по глубине, он вот не влезет туда, он уже цепляется там, то есть это все надо сейчас доводить до ума, вот, потому что он туда тупо не станет по глубине. Ну, человек сказал, а что, говорит, ну, обрежем подрозетник. Действительно, это, наверное, самый простой вариант. Взять и что-нибудь обрезать. Так поступают, наверное, многие. Thank you.
Ну вот и завершили мы фартук. Он такой получился. Кстати, очень даже симпатичная плитка. В коробке как бы она вроде казалась невзрачная, но фартуки, в общем, даже прикольно. Так приятненько выглядит. Да. Единственное, с чем столкнулся, некоторые плитки немножко трапециевидные, то есть у них 90 градусов у самой плитки нет. Но при этом как бы не очень критично, то есть вполне выравнивается швом, то есть перепады небольшие, но есть такой момент. Тут так вот получился фартушек. На сегодня, как говорится, план выполнить.